Каково это быть известным? Я же не знаменитость. Ну да, как скажешь. Мы здесь собрались по поводу горя. Всем предлагаю высказаться. Люди встречают меня и думают: она та женщина, чей племянник выжил в авиакатастрофе. Но они забывают, что я также женщина, потерявшая мою старшую сестру. Что это ты делаешь? Пью шампанское в одиночестве из бокала для сока. Я потеряла мужа, и я потеряла лучшего друга, но он жил другой жизнью, поэтому я даже не представляю, как собрать все воедино. Дойдя до 200, я сбилась со счета. Почему ему все пишут? Потому что он выжил. Я знаю, что ты хочешь сбежать, и я тоже этого хочу, но жизнь должна продолжаться. Я не знаю, кто я. Так вступи в клуб. Я уверен, вы наслышаны о хорошем. О, не, в горе-группе нет секретов. Моя бабушка проложила путь, и вы не найдете более достойного кандидата на эту должность, чем я. То, что произошло, несправедливо, Эдвард. Но я сделаю все возможное, чтобы позаботиться о тебе. И это чистейшая правда. И она никуда не исчезнет.